Как защищать родину, они обучались 4,5 месяца. Торжественные проводы молодых связистов, лучшим из которых было присвоено звание «младший сержант», прошли на железнодорожном вокзале с участием оркестра. В субботу состоялся выпуск данных военнослужащих с вручением диплома об окончании. И сегодня у нас торжественная отправка их по местам прохождения дальнейшей службы. То есть на протяжении 4,5 месяцев они проходили обучение. В дальнейшем оставшийся срок своей службы они будут проходить в воинских частях, соединениях нашей Российской Федерации, наших вооруженных сил. 623-й межвидовый региональный учебный центр войск связи Центрального военного округа в этот раз подготовил более 1000 младших специалистов по 11 военно-учетным специальностям в интересах вооруженных войск РФ. Связистов в течение 4,5 месяцев обучали на унифицированных командно-штабных машинах Р-149, цифровых комплексов связи переселенец и другой современной техники. Учеба прошла успешно, мне все понравилось. Замечательный учебный центр, бережное отношение сержантского состава, как и офицерского. У меня вполне все устраивало. Много чему я научился. Учил только полезную информацию. Много чего для себя усвоил. Илья Захаров из Екатеринбурга вместе с десятком других курсантов по распределению отправится служить в Читу. Парень говорит, что с детства хотел стать военным. И, наконец, его мечта осуществилась после прохождения обучения в Ульяновске. Проходили подготовку в течение 4,5 месяцев. Обучились на эту специальность. После этого, после успешной сдачи экзаменов, прошло распределение по воинским частям, где в дальнейшем будем проходить нашу службу, оставшиеся 7,5 месяца в городе Чите. Через несколько дней каждый курсант прибудет в свою часть. Радиотелеграфисты, механики станции спутниковой связи, начальники командно-штабных машин приступят к исполнению своих обязанностей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.